В сосудистом центре начали делать новые виды операций онкологическим пациентам. Благодаря новому оборудованию, которое поступило в конце прошлого года, врачи проводят эмболизацию, блокировку сосудов артерий, питающих опухоль. Все манипуляции осуществляются через небольшие проколы. Процедура показана пациентам с доброкачественными и злокачественными новообразованиями простаты и желудочно-кишечного тракта. Эффективна эта операция и при миоме матки. У женщин с миомой маткой эта операция является как замена открытой операции. Мы закрываем сосуды, которые питают эту опухоль. Происходит некроз этой опухоли. Она уменьшается. Но основное – это то, что у женщины сохраняется детородная функция, и она в дальнейшем может также стать матерью. Показания к такой операции и направление в сосудистый центр Люберецкой областной больницы определяет лечащий врач.